Итак, сегодня я вам расскажу, как построить автомобиль. Ну, давайте я буду использовать любые блоки. Для начала берем черный бетон. Ну, либо что-то черный блок какой-то. Ставим вот сюда, я буду использовать это. Ну как, и две машины буду строить. Берем это. Потом блок слизи. Кстати, да, вот эти вот предметы нам понадобятся. Ставим три вот так вот и вот так. Тут повторяем действие. Три вот так и три вот так. Теперь одно. Сюда одно. Так, потом липкий поршень и сюда липкий поршень. Тут мы отступаем одну. Один блок, вернее, но один блок, а не одну ступеньку. Либо какую-то одну другую. Так, сюда, сюда. Готово. Теперь мы устанавливаем вот это вот так, это вот так. Теперь это вот так вот. Такая вот лесенка. И теперь вот это вот, вот так. Готово. Получается такая фигня. Не помню. Вроде бы это сюда, это вот сюда. Да. Эти сюда. Теперь наблюдатель сюда. Ну и сюда тоже. Потом, чтобы мы упирались об что-то вообще, вот это нужно сюда поставить. Вот так вот сделать. Стоп, я где-то накосячил. А, точно, я забыл поставить липкий поршень вот сюда. Ведь сюда, ведь сюда. Все. Блок слезет сюда, на любой блок. И тут точно так же. Готово. И теперь выбрасываем все эти предметы в жопу мира. А потом достаем наковальню своего друга. Заходим в нее. И переименуем ключ. Ключ друга. И теперь ставим ее на липкий поршень. Три. Три. Два. Один. Водные вообще колеса куда-то уехали. Не, лучше интеракторы или что-то типа не используйте. А знаете, я так подумал. Это сюда. Она не останавливается, сука. Что это за ключ друга? Так, мы ее приостановили и ломаем это. Все. Она мне не нравится. Я хочу сделать так. На счет три. Три. Два. Один. Старт. Три. Two. One. Все. Это еще куда-то в жопу мира. Так, сталкиваем.
Ну, конечно. Можно такую, кстати, знаете, как построить? Для начала, для тех, кто не понял. Берем белый, либо черный бетон. Ну, любые блоки. А потом мы заходим вот в это. Берем наблюдатель, липкий поршень и вроде бы редстоун камень и слизь. Слизь. Блок слизи. Так я хочу отлететь. Сюда две. Сюда. То есть сюда 6. Сюда, сюда. О, у меня и появилась идея. Ладно, ладно, он так. Отступаем. Вообще неудобно туда-сюда летать. Вот сюда, вот сюда. Что я хочу по-быренькому сделать? Это говно. Не, не, это не надо. Угу. Ах, стойте, стойте, по-моему, ключ. Я хочу сделать пукалку. Да, незамысловатую пукалку. Так, раздатчик сюда. Так, куда и делаем. И да ладно. Тут этого нет, поэтому буду его сделать вот так вот. Так я хочу у него зайти. Я 4 стрелы. Видимо, это было зря. Сука, он не видит. Нихуя-то живучий. Сука, я тут все нахуй. Ой, простите за маты. Все нафиг тут сломал. Уже, кстати, мне. Ага. Вот что это за механизм. Если я блок сюда поставлю. Ему пофигу? Или мне показалось? Так. Так. Так, наконец-то он отстал. Я хочу поставить раздатчик вот сюда. Так, стоп. Так, 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 так. Порча, так. Это сраная ночь. Там стоит восход. Это в жопу. Все темно, блин. Так, раздачу можно сюда вот работать, я хотела сказать. Или нет? 3-2-1. 3-2-1. Если он будет с этим ехать. Офигел. А вот так вот он будет ехать? Я просто хочу узнать.
так сюда, это. И это сюда. Нет. Стойте, стойте, стойте. Нафига я поршень не ломаю? По случайности. Так. Тогда давайте делаем вот так. Ой, какую жопу наберем. Вот сюда раздатчик. У него стрелы. И я хочу сделать... Вернее, не сделать, а я уже делать. Вот так вот. Угу. Блин, жалко, то, что я выкинул ключи, дуру. Он сломал. Он сломал рычаг. Он тупо рычаги ломает. На него даже не успел умножать. Да все, ты надо дотянуться. Где там мой ключ друга? Привет, пупсик. Я сказал привет, пупсик. Он тупо обхитрил мою... Обхитрил мою ловушку. И смотрим, как она... Взрывается. Воу. Булыжник. Это же булыжник. Он в стадии. 3, 2, 1. Еще не падаю. Да ладно, я сечу. Три, два, один. Ой. 3, 2, 1.